Цирковые не просто репетировали перед ребятами, но ответили на все интересующие детвору вопросы. Акробаты поделились с юными зрителями секретами подготовки номера «Встречные качели». Рассказали об ответственности за жизнь партнера и доверии в команде. Увидели ребята и работу дрессировщиков. На манеж гостям вышли все участники блока «Африка». А станцевали для ребят артисты королевского балета. В цирковом номере везде задействован балет, потому что это спектакль, потому что это некая история, потому что это красота неких декораций. Также у нас народники. Вот сейчас вы видите фрагмент нашей новой постановочной зарисовки «Калинка», с которой мы едем на Монте-Карло. Мы готовимся к огромному фестивалю, самому-самому-самому лучшему и шикарному в этом мире во всем. Поэтому мы везем туда русскую программу в основном. Гастроли цирка в Сочи продлятся до 26 августа. Чтобы рассказать, как создается сказка под названием «Королевский цирк» и показать закулисье, ребят провели к вольерам и поближе познакомились с четвероногими артистами. Я ни разу не была, конечно, за кулисьями, но впечатление меня очень удивило это. Как бы наблюдать за животными и за жизнью артистов вне выступлений. Это очень здорово. Бомбически круто. Все классно. Больше времени проводим на площадке, ну там с детьми играем, там, сами играем. Да, тут такое, ну, как бы вывели, вообще много чего узнали нового. И это очень классно. Это развивает деток, показывает мир, в котором они живут. Просто молодцы, замечательная идея. Большое спасибо и надеюсь, дальше это все будет продолжаться, только развиваться. И мы будем детей знакомить с тем, что их окружает, со всеми профессиями, которые есть. В прошлом году работа летней компании площадки нашего двора тоже не ограничивалась работой аниматоров во дворах. Ребята посетили несколько городских предприятий. На этот раз юные сочинцы выезжают на экскурсии. Одна из последних – в конный театр парка «Ривьера». Сами городские структуры отзываются на наши просьбы, и поэтому мы возили уже и на картинге, возили и хлебокомбинат, и чайные плантации. То есть очень большой, широкий спектр. И лето у нас не закончилось, у нас продолжается. То есть нас ждет аэротруба, ждут у нас еще другие, там по киберспорту у нас еще будут соревнования между площадок. То есть у нас очень обширная программа. Напомню, на курорте работает 147 площадок нашего двора. Курирует же летний оздоровительный проект городские управления физкультуры и спорта, молодежной политики, образования и культуры. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.